Повторное открытие мира. Капитан Кусто, возьмите меня на Борнео. Хорошо, хорошо, малыш. Мы поплывем с тобой на край света, к этому острову, где море сливается с небом под зеленой кровлей. Это он? Да, мы уже подплываем. Но давай отправимся дальше, на Сипадан. Оставим пока в стороне мангровые заросли и густые навесы пальм, и непроходимые чащи Борнео. Нас ждет Калипсо. Все? Мы отчаливаем? Да. А вон там? Что такое? Похоже на мой дом. Нет, там Сандакан, гавань Борнео, которой нет равных. Калипсо поведет капитан Фалько. Чтобы достичь Сипадана, нам надо будет преодолеть причудливые барьеры времени. Вот здесь рыбаки добывают себе пропитание любыми доступными средствами, ставя под угрозу свое будущее. Они должны отказаться от разрушений, пока не поздно. Прямо по курсу Сипадан. Фалько бросает якорь. Запомни, мой друг, мир Сипадана неповторим. Его защищает от ненасытных захватчиков страшная легенда о Балом Осьминоге. А еще мы вместе раскроем тайну морской черепахи. Слушай внимательно и смотри в оба. Призрак морской черепахи. Продюсеры Жак-Ив Кусто и Хедвиг Бьенвеню. Автор сценария Франсин Трипле. Композитор и дирижер Хью Лебар. Фильм Жака Ива Кусто и Жана Мишеля Кусто. Сипадан. 28 миль от Борнео. В северной части моря Сулавеси лежит одна из прекраснейших жемчужин нашей планеты. Отряд ныряльщиков с Калипсо готовится к погружению. На самом деле остров Сипадан – это грибовидная вершина крутого утеса, поднимающегося с глубин в 1200 метров. Отвесная морская впадина отделяет Сипадан от северо-восточного побережья Борнео. Аквалангисты видят первую черепаху и спускаются за ней. Это красивая самка в леопардовом панцире. Она выплыла из коралловых зарослей, и это нас озадачивает. Через некоторое время из врат царства появляется другая черепаха и скользит мимо людей в масках.
Они просто обязаны выяснить, что делают там черепахи. С большим трудом они пробираются под таинственные своды рифов. Галерея заводит их в тупик. Придется повернуть назад. Но вот еще одна подводная галерея. Ни одно морское животное не потревожило их на этом опасном пути. Каменный гигант равнодушно позволяет отважным посетителям блуждать по лабиринту. Вдруг перед ними открывается неф огромного кораллового собора. Вода прозрачная, кристально чистая, словно здесь и вовсе нет воды. Кто же сторожит этот лабиринт на краю пространства и времени? В какую бесконечность они движутся? Что за страшная тайна скрыта под этими сумрачными сводами? И вдруг они видят призрак черепахи. Она застыла на коралловом небосклоне в компании прилипалы, верной спутницы из другой жизни, не покинувшей ее, в девственном абсолюте потустороннего мира. Отряд ныряльщиков с Калипсо медленно проникает в таинственный склеп. Есть над чем поломать голову, почему черепаха проделала столь долгий путь к своей смерти. А вот и вторая черепаха, тоже недавно умершая. И третья.
Повсюду лежат скелеты и черепа. Здесь настоящее кладбище. Но крупным хищникам нет доступа в такие теснины. Неужели это место последнего упокоения черепах Сипадана? Старший ныряльщик Бертран Сион подает фонарем сигнал к всплытию. Пора выбираться из катакомб Сипадана. Возникло множество вопросов, но отвечать на них надо на борту Калипсо. Франсуа Сарано, Бертран Сион, Лоран Генун, Дидье Нуаро рассказывают о своей находке. Они в растерянности. Какой инстинкт гонит черепах в их последний путь в тупики лабиринта? Какая тайна кроется за призраком черепахи, который является в этом огромном некрополе? У побережья Борнео Калипсо стоит на якоре в море Сулавеси, повернувшись к Сипадану. Я принимаю на борту Рона Холланда. Он профессиональный ныряльщик и постоянно живет на острове. Рон рассказывает, что на Сипадане уже лет 35-40 живет отшельник. Честное слово, настоящий отшельник. И кто он такой? Один из местных, уже дряхлый старик, но еще когда я был маленький, нас пугали отшельником из племени Баджао. Из племени Баджао? Да, все колдуны и отшельники с глубокой древности принадлежат к племени Баджао.
like the curious thing about this, he's supposed to have a native title to collect these eggs. Вообще-то он не совсем отшельник, ему помогает один местный парень. Все-таки отшельник — это высокий чин среди местного населения. Я заинтригован. Нельзя ли повидать этого отшельника? Ну что ж, поехали, думаю, вам будет интересно с ним поболтать. Я пробираюсь между шаткими опорами тропического леса, венчающего вершину Сипадана. Благодаря влажности, в живописном обилии этого леса живет огромное число животных. Временами в просветах между кронами можно увидеть небо, словно витраж, закаленный ветром. На лесной поляне хижина отшельника. Он встречает нас приветливо. Переводчик помогает нам вести беседу. Старик живет здесь уже много лет, но отшельником работает посменно. Каждые 3 месяца его сменяет другой. Ils sont là pour surveiller l'île et ramasser les œufs. Значит, это и есть ваш дом? А чем вы питаетесь? У него есть продукты, рис, овощи, рыба. А вы все время здесь живете? Нет, меня сюда присылают. А плохая погода здесь бывает? Да, почти все время, правда? А сейчас погода чудесная. А он часто ходит в лес? Нет, в лес он уже давно не ходил. Отшельник, работающий вахтовым методом, бывает же такое. Знает ли он легенду про алого осьминога? Он отвечает, не задумываясь. Один раз красная светящаяся тень появилась вон там, возле подводной пещеры. Это был гигантский осьминог. При виде его перепуганные рыбаки бросились на другой конец острова и больше сюда не возвращались. Run on this side of the island. They are scared of it, but the story is being told years ago. Years ago. And he has not. Он сам его видел? Его отец видел осьминога. Так ваш отец его видел?
Прекрасная легенда. Отшельник и его переводчик умолкают, словно погружаются в медитацию. А я понимаю, что легенда охраняет природу Сипадана лучше всяких запретов. В сумерках я наблюдаю, как откладывают яйца морские черепахи. Их так много на Сипадане. В море они так проворны и грациозны, а на берегу эти земноводные с трудом затаскивают свою 100-килограммовую тушу в укрытие, подальше от морских приливов. На воздухе у них слезятся глаза. Черепаха роет глубокую яму и откладывает в нее около сотни яиц. Лишь на рассвете возвращается она в свою стихию. Утром команда «Калипсо» решает обследовать мели вокруг Сипадана. Сгорая от нетерпения, люди вытаскивают водолазное оборудование, а капитан Кусто следит за приготовлениями. Спустившись под воду, ныряльщики сразу замечают морскую черепаху, и она сопровождает их на спектакль, поставленный гениальным режиссером в Хрустальном дворце. Поднимается занавес, и зрителям предстают фигуры на авансцене. Кружатся юные дарования, одетые в серебристые костюмы. Ядовитый дендрохир танцует танец с семью покрывалами. Синхронно движется кардебалет мальков. Неспешно пересекает сцену Тернация.
Опытный гид Черепаха показывает людям все новые номера великого шоу. Четким строем выступают цезии. Вот еще один солист в маске. Рыба-скорпион. Следующим номером программы рыбы-хирурги в вечерних нарядах и плавные па барракуд. Прима-балерина, пятнистая акула, выскальзывает на сцену и тут же удаляется на задний план. А вот выплывает закованный в броню воинственный мечехвост. Сегодня он собирается просто поиграть в прятки с публикой. Наступил антракт, участники представления поворачиваются в профиль к залу и будто раскланиваются. Небольшую интермедию исполняет Болба Метапоне. Эти аристократы не выносят яркого света, и спектакль прерывается. Акт второй. Все мизансцены построены на полутонах. А этой компании не до танцев. Она хочет отобедать на каменистых пастбищах. И, наконец, финал. Коралловые заросли по воле невидимого мага преобразились в песчаный фейерверк. Наполненный светом Калипсо замер в море в мнимой неподвижности. Команда отправляется на поиски ночных тайн в коралловые сады Сипатана.
Bon, alors on va voir si on voit les Bulbo Métopon. Дидье Нуаро решил заснять увиденных днем болбометапонов. У входа в ночь аквалангисты вновь встречают своего проводника, оглашающего морскую тишину еле слышной песней. Днем, когда рыбы водят хороводы, коралловый мир кажется каменным, а ночью рыбы спят. Он оживает, распускается пышным цветом. Аквалангисты Калипсо спешат запечатлеть мгновение, порожденное магией ночи, ведь они так быстротечны. Морская колыбель украшена кружевными фестонами вокруг агатовых брошей. На каменном ложе светятся букеты анемонов, в ритме сказочной колыбельной покачиваются прекрасные плюмажи. Команда Калипсо тихо входит в морские леса. Под коралловым сводом спит маленькая лобастая рыбка-попугай. Рыба-скорпион одета в пижаму под цвет своей постели. Под роскошным балдахином устроился на отдых Цезий. Сонно моргает, вытянувшись на коралловом одеяле, пятнистая акула. Словно сомнамбула шатается, едва не падая во сне, крапчатый Луциан. А работящий спинорог уже просыпается. Черепахе придется искать другое место для ночлега. Наконец, ныряльщики находят спящего болбометапона.
кажется монструозным. Своей уродливой шишкой он как молотом крушит коралловые веточки, а потом перемалывает их внушительными челюстями. Он переварит съедобные частицы, а ненужные превратит в песок. Доверчивый и уязвимый болбометопон, он же шишколобый попугай, отдыхает, убаюканный чарами летней ночи. Во время следующей вылазки команда решила во что бы то ни стало раскрыть тайну черепах Сипадана. Вооружившись необходимым оборудованием, аквалангисты подплывают к подводному лабиринту. Тут их поджидает целая стайка рыб-белок, которые плавают кверху брюшком. Дело в том, что под коралловыми сводами свет, отраженный белым песком, идет снизу. Ныряльщики готовы к погружению в пещеру. Некоторые быстро переквалифицировались в электриков и прокладывают сотни метров кабеля с привешенными к нему поплавками, чтобы освещать пещеры сверху и не мутить воду, продвигаясь вперед по дну. Ларангинун удивился тому, что воздушные пузырьки просачиваются сквозь известняковую стену. И в самом деле они просачиваются наружу. Пещера пористая, хрупкая. Вода прозрачна, как космический вакуум, и словно бы исчезает из поля зрения. Перед посетителями, словно перед космонавтами, обследующими неведомые планеты, вырастают голые скалы. Дыхание ныряльщика растворяется, рассеивается мелкими пузырьками в обилии скалистых трещин. Лоран движется вперед. Иногда он видит в воздушных зеркалах свое расплющенное изображение. Средь лунных скал появляются и тут же исчезают миражи, химеры, вызывающие головокружение. В непроглядной тьме пещер Сипадана ныряльщики ориентируются в узком пространстве по слабому лучу света.
Вдруг вдали появляется светящаяся щель. Или это снова галлюцинация? Нет, команда случайно вышла на просвет. У самого выхода на свободу мертвая черепаха. Спасение было рядом, но черепаха погибла. Почему? В то же самое мгновение еще одна черепаха проникает в пещеру. Ныряльщики плывут за ней. Наконец они ее отыскали и сопровождают к выходу. Черепаха и не подозревает, что была на краю гибели. А команда разгадала ее тайну. Морские черепахи должны каждый час выныривать на поверхность, иначе они задохнутся. Но у них нет иных приборов, кроме глаз, чтобы отыскать свой путь во тьме. Если они попадают сюда днем, то имеют шанс выбраться, но если они попадают в запутанный лабиринт ночью, то не находят выхода. Заблудившись в подводных галереях, они погибают от удушья, прилепившись к потолку в поисках исчезнувшего неба. Тайна раскрыта. Команда сворачивает оборудование. Смотрите, капитан Кусто. Смотрите, Сипадан похож на черепаший панцирь. А вон хижина отшельника. Как вы думаете, Алай-осьминог еще появится? А отшельник его увидит? Видишь ли, у каждой сказки есть очень простое научное объяснение. Однако благодаря сказкам дети могут помечтать о будущем, а взрослые предаться воспоминаниям. Что это значит? Это значит, что в сказки надо верить. Ребенок, увлеченный картами и рисунками, в своем жадном любопытстве способен представить себе Вселенную. Как огромен мир, освещенный прожекторами, и каким маленьким он кажется в свете наших воспоминаний. Но дела взрослых далеки от поэзии, поэтому во время путешествия Серафини наш иллюстратор зарисовал понравившиеся тебе места. Глядя на них, ты будешь мечтать о том, что тоже хочешь открыть мир.
Капитан Кусто, а когда я вырасту, на Сипадане все останется по-прежнему? Фильм озвучен студией Инис по заказу Союз Видео.